Привет, Лес. Здорово, Майк. Ты в порядке? Да. Ты сегодня судья? Нет, судьи должно быть опаздывают. Так, может, сыграем без судей? Какой-то карате получается. Есть монетка? Нет, да это не важно, потому что мы начнем. Нет, я думаю, начнем мы. А я вот считаю, что начнем мы. Не делай глупости, не заставляй меня применить силу, Лесли. Да ладно уж вам, парни. Я думаю, это мог быть фол. Что? Ты смеешься? Да я еле дотронулся. Направо, направо. Нет, на мое право. Постойте, это же не 9 метров. Раз, два, вот 9 метров. Это не метр, вот метр. Раз, два. Ну что, кто твой папочка, а? Все, с меня достаточно. Я пошел домой и забираю мяч с собой. Да ладно, парни, у меня есть мяч. Это глупо. Один из нас должен быть судьей. Нет, нет, я не собираюсь этого делать. Это никуда не годится. А как насчет него? Ты что, шутишь? Это так эгоистично. Один матч из трех играется без судей из-за оскорбления игроками. Не настало ли время проявить немного уважения?